Мам, куда? Сына курили. Так, ты куда? Алло, я тебя не отпускал. Да, дорогая, ничего страшного. Мы напъездимся. Кстати, сына будет со мной. Я с папой пошел в магазин пиво покупать. Сына, тихо! Так. Мама, приготовь с курочкой Chicken McDonald's. Да тебе сейчас отец купит. Короче, иди с отцом. Идем, сына. Блин, я обосрался. Ну что, обосрался? Куда мы закончили? Идем. Так. Отец в здании. Здорово. Здорово, Металыч. Да, включаем нашу молодежную музыку. Я бы хотел... О, по душе. Познакомься, это мой сын. Ох, какой мужик, ему надо жену. Так, мы подпись пошли. Нифига, какой дерзкий его. Он без тебя пошел? Угу. Металыч, то с ним почему-то неприлично. Да он прилично, просто он так делает. Я вырос уже. Вы знаете, я домашний все. А он пятерка учит, кстати, все хорошо. Смотри, какая-то женщина. Вот я пятерки три бастон. Видели? Контакт. Нифига себе. Я вообще-то в детстве на пятерке учился. Мне не надо учиться. Еще. Так. Третья. Мин. Так. Ваш сын учится хорошо. Так. Ваш... Я буду жить. Не то, что мы будем так долго с ним. Давай, давай выпьем. Ваш сын учится на А. Я алкаш. Он алкаш? Он откуда у нас слово? Не знаю. Выпьем. А я сейчас эту домашнюю делаю. Так. Смотри-ка еще раз. А, я барач. И мали-мали надо полипать. Я, короче, по 90 хожу. Ой, скажу. Сына, хочешь, я тебе 90 скажу, как мы жили? Я уроки делаю. Уроки делаешь? Ну тогда слушай. Иди отсюда, говорю. Из моей комнаты. Ты че? Ты как с старшими разговариваешь? Я тебе алкаш. Сейчас я тебе... Че? Ударь. Сейчас скажу все. И слушай. 90-е года. Этот алкаш делает психушки. Как он? Ты что, по разам выйдешь? Давай! Ну что, я не попал?
А, больно, ай, больно. Ну, на тебе! Яйца, а! Хочешь, я скажу, как я познакомился со своей, твоей матерью? Дай слушайте. Ну, короче, слушай. Ну, Наташ, со мной познакомься. Пацаны, отойдите от моей жены. Ты что такой дерзкий? Да и что? И что? Вижу, что вы из Матанца, все? Наташ, возьми меня. Я пришла, дорогая. Какая ж ты... Ха. Скотина, сейчас я тебя прибью. Убегай! Всем пока!